Вы знаете, вот впереди у нас, мы прекрасно знаем, региональные выборы. Я сам буду участвовать в региональных выборах, то есть как куратор-депутат по Тамбовской области. У нас более 2700 где-то избирательных участков в Тамбовской области. Конечно, я считаю, что партия власти есть партия власти, и тот административный ресурс, который помогает им, да, они наберут по-любому свой процент, тот, который им нужен, а то есть это большинство. Ну, а мы, как ЛДПР, мы считаем, что мы очень сильно в этом созыве это оттянем, конечно, и у «Справедливой России», и у коммунистов голоса. Почему? Потому что мы единственная та партия, которая сейчас в этом созыве самая молодая, самая активная. И народ что любит? Народ всегда привык слышать правду матку. Мы единственная партия, которой можем сказать эту правду матку, понимаете? Из-за этого нас народ любит. Из-за этого мы поддерживаем народ, народ поддерживает нас. ЛДПР — это партия из народа и для народа. Вот здесь мы вместе возьмем свой процент.